Алексей Баранов, автор песен, сам пишет музыку. Вот. Алексей сейчас продекламирует. Вообще он хочет речь сказать, вот, что я его очень хорошо поддерживаю, потому что все, оставляю вас наедине, располагайтесь. Конечно, конечно. Куда он денется? Не пугайтесь, я пару песен всего. Во-первых, спасибо Мише за предоставленную площадочку. Очень сложно после его песни, потому что это песни, это класс, это супер и так далее. Вот. Ну, все-таки парочку вам спою. Можно, да? Хоть не верь, я цыганка, и это не я, никак. Оттуда же меня схватило, за кадык да крепко так. И спросил я у цыганки, погадай да укажи, что там ждет меня на свете, что мне выпадет на жизнь. Погадай, погадай, ты мне душу расплескай. Укажи, где край болота, ну а где сухой край? Погадай, погадай, к какому берегу прибьет. Или всякому черту, или все же повезет. Что прожил я не в обиде, а всякое в годах. И ругать, и любить было жил, как перчита. Но полжизни не пролетела, словно сквознячок в окно. Вот вторую половину мне бы глянуть, как в кино. Погадай, погадай, ты мне душу расплескай. Укажи, где край болота, ну а где сухой край. Погадай, погадай, к какому берегу прибьет. Или затянет в ум черный, все же повинь. Там взглянул, сказал, у тебя все впереди. Выбрал сам свою дорогу, так по ней теперь иди. Будет все не слава Богу, если вдруг решишь свернуть. Ну а если до упора будет добрый трудный путь. Погадай, погадай, ты мне душу расплескай. Укажи, где край болота, ну а где сухой край. Погадай, погадай, к какому берегу прибьет. Или затянет в омут черный, или все же повезет. Ну, в другой обстановке, тут немножечко на гитаре сейчас поиграем. Человеку плохо или трудно, то за проезд три оденег не дадут. И будут
подумайте, что где-то обоюдно. Мне пишут, если я немного нагрешу. Огонек зеленый, он сквозь ночь горит. Мы еще в спокойствии и счастье. Только позвони, он тут же прилетит. Даже если на дворе не Настя. Только позвони, он тут же прилетит. Даже если на дворе не Настя. Бывают всякие профессии таксиста. И непонятно, тут бывает что-то есть. Так и монтировочка, лежащая под креслом. Знамением кресла осеняет чью-то прыть. Таксист как врач, он и выслушать всегда готов. И дать совет, но если только спросит. И по душам поговорит, и все рассудит без обид. И боль твою с собой вдаль уносит. Огонек зеленый, он сквозь ночь горит. Мы еще в спокойствии и счастье. Только позвони, он тут же прилетит. Даже если на дворе не Настя. Только позвони, он тут же прилетит. Даже если на дворе не Настя. Огонек зеленый, он сквозь ночь горит. Мы еще в спокойствии и счастье. Только позвони, он тут же прилетит. Даже если на дворе не Настя. Только позвони, он тут же прилетит. Даже если на дворе не Настя. Закрепим. Огонек зеленый, он сквозь ночь горит. Мы еще в спокойствии и счастье. Только позвони, он тут же прилетит. Даже если на дворе не Настя. Только позвони, он тут же прилетит. Даже если на дворе не Настя. Вот так.